Всем привет! Сегодня готовлю маринованные куриные желудочки. Это настолько интересное оригинальное блюдо, что не все даже сразу поймут, из чего оно приготовлено. Готовится очень просто, быстро, а главное, из доступных ингредиентов. Для приготовления понадобятся куриные желудочки, лук, чеснок, соевый соус, масло растительное, уксус, сахарная пудра, соль и перец черный молотый. Для начала желудочки отвариваю в подсоленной воде до полной готовности. По времени это приблизительно 40-50 минут. Остывшие желудочки нарезаю тонкой соломкой и высыпаю в глубокую посуду. Лук нарезаю полукольцами и добавляю к нарезанным желудочкам. Сюда же добавляю выдавленный через пресс чеснок, соевый соус, уксус, масло растительное, сахарную пудру, немного соли и перец черный молотый. Перемешиваю и отправляю в холодильник на ночь, чтобы желудочки хорошо промариновались. После маринования сливаю уксус, добавляю немного растительного масла и подаю к столу. Этот салат, закуску можно украсить зеленью и подать даже на праздничный стол. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, делитесь с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Всем спасибо за просмотр! И приятного всем аппетита!